Здравствуйте, с вами интернет-канал Максимадзе, и сегодня мы возвращаемся в Angry Birds спустя кучу, блин, месяцев, или может год, не, месяцев, и так далее. Сегодня мы с вами посмотрим на очень интересную версию, я говорю громко, потому что звук нельзя сделать тише, микрофон там, это, увеличил, короче говоря. Извиняюсь сразу, если где-то меня будет не слышно, но по-другому никак. Короче, мы сегодня поиграем в Angry Birds Chrome. Angry Birds Chrome, вы, наверное, удивитесь. Это же закрытая версия, как так? Все такое. Ну, я на... Да, она закрылась. Появилась она в мае, по-моему, 2011 года. И закрылась в мае 2015 года. И такую прикольную игру поиграть больше нельзя так просто. Но я нашел способ, ой. Нашел способ поиграть в эту игру. Потом как-нибудь сделаю видео, как сделать. Как это сделать. Как поиграть в эту закрытую версию и так далее, чтобы все уровни были открыты и так далее. Что же это такая за Angry Birds Chrome? Она вышла в 2011 году, как я уже сказал. И именно с нее я начал знакомство с Angry Birds. То есть это первая игра, с которой я начал Angry Birds играть. Именно в нее первый раз я и поиграл. Увидел один раз, как мой отец со своим компьютером ее запустил, и тоже решил у себя на ноутбуке запустить. И тогда это было как раз таки в том же 2011 году. Там версия была гораздо ранее, там был всего вот этот один эпизод, и еще вот этот эпизод, Chrome Dimensions, это... бонусные уровни вместо золотых яиц, как в оригинале. Потом покажу все это такое. И вот я играл в эту версию постоянно, там постоянно обновления выходили в декабре. Помню, первая версия выглядела вот так, я вам картинки покажу. Всякие там вот, они были как такие вот значки. Затем в декабре, если не ошибаюсь, появился эпизод Seasons Greetings и Mighty Hawks. Там играла на в меню не такая музыка, которую вы слышите, а музыка из вот этого эпизода Seasons Greetings. Также вместе с ним вышел и эпизод Mighty Hawks. Вместе с этим зимним обновлением также позже вышел эпизод Danger Bow. Потом там тоже всякие обновления выходили, по-моему, следующий эпизод, это Cherry Blossom потом вышел, и там с выходом этого эпизода меню стало выглядеть вот так, такими вот значками. Там еще вот этот эпизод, и вот этот эпизод выходили, я не помню когда. После этого эпизода вышел эпизод Esther X, затем Summer Picnic, потом Moon Festival, и последний эпизод Trick or Treat. Я обязательно сделаю видео полное прохождение этой версии. Также потом сделаю видео, как установить такую версию у себя, если вы тоже хотите сыграть такую. Ну, ностальгия же все-таки, не так ли? Я сегодня утром это сделал, вчера инструкцию нашел на английском языке, с трудом разобрался. И сегодня скачал, и порыв ностальгии у меня был не менее, чем вот от этих вот телефонов. Короче говоря, тут еще помимо выбора уровней есть еще вот такие кнопки выключить звук. Жаль, что его уменьшить нельзя. Можно полный экран или в оконно сделать. Эта кнопка возвращает нас в меню. Здесь можно титры посмотреть. Экстрас — это раздел со всякими там сайдами. Могучий орел можно купить. Ну, может быть, раньше можно было купить. Ладно. Есть еще, была еще в браузере Angry Birds Friends. По-моему, сейчас ее нету. Angry Birds Star Wars еще была в интернете, она тоже закрытая. В ней было, по-моему, всего два эпизода первых. И еще был какой-то бонусный эпизод, которого не было в оригинальной Star Wars. Тоже закрыто, к сожалению. Вот я сейчас уберу камеру. Где стоит камера, у меня там видно эпизод меню. Написано, сколько у меня всего заработано очков и сколько звезд и перьев собрано. Ладно.
как я уже сказал, мы будем проходить все эпизоды этой игры. Надеюсь, что когда Flash Player закроется 31 декабря, эту игру можно будет еще до сих пор играть. Очень надеюсь на это. По крайней мере, тот парень, у которого я инструкцию смотрел, так сказал. Ладно. Первый эпизод. Мы с первого прямо начнем. Для ностальгии. Ну, по порядку все будем проходить. Я тут уже один уровень сыграл, чтобы проверить, как все работает. Ладно, в общем, начинаем с первого уровня. Да, я прям помню. Я прям прекрасно помню первую версию. Ролики там были другие. Более старенькие. Такой вот загрузочный экран. Вот это вот меню можно также открывать, закрывать. Это уменьшает или увеличивает масштаб. Именно в этой версии, если не ошибаюсь, вот такой вот дизайн свиней появился. В оригинале, в оригинальной Angry Birds на ПК или на Android в первых версиях был другой дизайн свиней, он был более упрощенный, и именно, по-моему, здесь это переделали. Так, вот такое вот тут меню. Раньше тут было зелененькое такое поле, сейчас такого нет. Сейчас настройки звука и всего остального перекочевали сюда. Помню, сначала могучего орла не было, вот эта кнопка. Блин, и как я должен это убрать? Можно использовать на могучего орла, но только на пятой локации, больше нигде нельзя. Ладно, давайте стрелять уже наконец. Блин, все плавно даже как-то работает. Не, ну ностальгия вообще. Вот помню, когда в первой версии, вот когда выигрываешь, тут не было вот такой вот экран, где вот так звезды красиво выскакивают. Появлялся зелененькое такое поле, там были сразу звезды написаны, и прикольная мелодия играла. Сейчас это решили убрать. 30 тысяч ровно очков, нифига. Так. Ой, не надо сюда переходить. Неизвестно, почему эта версия Angry Birds Chrome закрылась. Почему? Хорошая была игра. Зачем ее закрывать? Мне она нравилась. Я, честно говоря, расстроился. Я один раз в 2015 году захотел поиграть. Захожу на сайт, а смотрю, опа, вот такая картинка, которую вы видите на экране. Это Angry Birds закрыта. И только вот сейчас я... получил возможность сыграть в нее в 2020 году в конце. Также вот эту версию, кстати, можно было для офлайнового режима, то есть без интернета. Но скачать, играть прямо в браузере. Но это можно было сделать только... Играть можно было только вот в этот один эпизод. Другие нельзя, к сожалению. Ну и в Angry... этот Chrome Dimensions еще можно сделать. Тут чуть-чуть изменена физика, или мне так кажется, на самом деле. Блин, какая ностальгия, серьезно. Вот я первый, вот я начал прям вот с этой игры играть в Angry Birds. Какая ностальгия, спустя 5 лет я наконец-то играю в эту игру. Да, вот помню, да, физика чуть-чуть изменилась. Немножко. Совсем. Давайте могучего орла покажу. Кидаешь такую хрень, и могучий орел прилетает. Ладно, давайте по-честному пройдем этот эпизод. К сожалению, вот еще, вот знаете... Вот оригинальные Angry Birds существуют, где есть вот эти вот эпизоды, все остальные. Почему-то в прошлом году их удалили из Play Market. Вот эту оригинальную на Android. Seasons с
Space, Star Wars, Star Wars 2, там еще несколько. Рио. Как объяснили разработчики, им надоело под каждое новое устройство обновлять игру, баги исправлять, и они решили просто взять и удалить ее, чтобы люди не напрягались. Ну не, разумеется, скачать всякие пиратские версии можно, их до сих пор можно найти в интернете и поиграть. Блин, да что ж такое, а? Не, давайте заново. Мне очень нравится вот эта вот хром-версия тем, что в ней есть несколько эпизодов из оригинала и есть несколько эпизодов из Seasons. Почти что две игры в одной. Да, вот новый дизайн свиней появился здесь вроде бы, и он перекочевал потом в оригинал. Не сразу, правда, но перекочевал. Так, вот здесь должен был быть, сундук, но в этой версии его нет, потому что золотых яиц здесь нет в качестве бонусных уровней. Здесь новенькие есть. Я вот не помню все расположения этих ярлычков бонусных уровней Chrome Dimensions. Буду вспоминать. Вот в этом эпизоде я вроде бы все помню. Здесь в этом эпизоде их аж 7 штук. Всего их 28, по-моему, или 21. Блин, не помню. Да что ж такое, ну давай же ты дохни, блин. Хо-хо, отлично. Блин, серьезно, вот какая ностальгия, а вот честное слово. Надеюсь, что я когда сделаю такое видео, у вас тоже будет порыв ностальгии. Если кто-то в такое играл. Не знаю, как смогли добиться вот игры вот такой вот, чтобы можно было в 2020 году поиграть. Кто-то там сайты взламывал, что-то еще делал. Надеюсь, что Rovio, создатели игры, об этом не узнают, что я в это играл. И, ну а если узнают, то не прикроют сайт, ничего это не сделают. То я хочу и дальше в такую игру играть. Ну и надеюсь, и вы тоже. Так. Можно также колесиком мыши экран отдалять. Опа. Не надо нам могучего орла, не надо. Три звезды, отлично. Angry Birds это именно как раз таки первая игра, с которой началась эпоха канала Максимана. Именно по этой игре было прохождение первое. Да, первое видео с игрой это была игра Where is my heaven. Там какая-то простая игра, где надо было ломать все подряд молотком. Вообще простая игра. Но именно прохождение игры на несколько серий, это именно вот эта вот игра оригинальная. Не хром-версия, а именно оригинальная. Можете найти у меня на канале, там я, наверное, по новой потом прохождение перезапишу, потому что первые серии вообще отстойные. Нет, даже микрофона не было, я на диктофон все записывал. Постепенно там развивалось у меня все, микрофон лучше становился, звук и так далее. Жаль, что в Angry Birds нельзя регулировать звук.
очень расстраивает немного, потому что микрофон. Я не могу через компьютер просто сделать так, чтобы звук тише был, а то громко сильно. Поэтому пришлось усиливать микрофон немного. У меня микрофон-то на самом-то деле не новенький, довольно-таки старенький, я бы сказал. Так, это какой у нас уже уровень? 15-й. Блин, вот. Извините, что так много говорю, рассказываю. Просто, блин, у меня такая ностальгия сейчас идет. Я помню, когда вот в это все играл. Те же 9 лет назад. В следующем году, в мае, этой игре исполнится уже 10 лет. Круто же, не так ли? Сначала вот эта вот игра выходила для браузеров. О, стоп. Здесь есть первый логотип. Вот этот вот. Видите? Вот этот вот логотип, это бонусный уровень. Он вместо золотых яиц. Эх, не долетели. Жалко. Эх, я опять не долетел. Это бонусные уровни. Да блин, почти же долетел. И вот тут вспомнил я, что тут есть бонусный уровень. Наверное, после прохождения этого... Да не надо. Обойдусь. По-моему, с могучим орлом их нельзя получить. Получилось. Так, ладно, давайте продолжим прохождение этого уровня. В конце видео покажу, как это все проходится. Покажу эти бонусные уровни, господи, что я говорю-то? Так, рекорд. Что тут написано еще? Очки. Еще была версия Angry Birds для Google Plus. Она вот была очень-очень похожа, почти один в один, как Angry Birds Chrome. Но она выглядела как первая версия. Там был также только вот этот эпизод и эпизод Chrome Dimensions. Там было всего 7 уровней, но так как эпизод был только вот этот. И еще был эпизод под названием Teamwork, там что-то там с друзьями, я не помню, что за эпизод. К сожалению, в 2013 году из Google Plus все игровые приложения были удалены, вообще все, по-моему. И поэтому эту версию можно считать закрытой. Помню, тоже один раз играл в нее. Ее мы поиграть, я думаю, не сможем. Ну и, в принципе, я и смысла не вижу. Она почти ничем не отличается от Chrome-версии. Вот тут вспомнил я. Тоже есть бонусный уровень. Надо долететь до этого логотипа. Логотип браузера Chrome. Блин, вот как грамотно все продумали, а? Как мне это нравится. Вот это мне очень даже нравится. Очень такая эксклюзивная версия. Angry Birds Chrome-то это, в принципе, кстати, одна из первых вообще игр по Angry Birds. Первая вышла в 2009 году. Seasons вышла в 2010. Рио в 2011 вроде. Ну и... наверное, четвертое это вот это. А может и нет. В общем, она все равно одна из первых. Для меня она лично самая первая. Ой, черный экран. У меня монитор постоянно. Это самое. Блин. Давайте заново. Стекло попадало, бесит меня стекло, потому что желтую птицу, Чак зовут его, и очень сильно замедляет стекло. Или это лед может быть, фиг поймешь. Да ё-моё, а. Да что же это такое, а? Ну блин. Получалось же всегда вот это вот проходить. Давай, давай.
Читай. Есть некоторые уровни в Angry Birds, Ром, которые изменились. По-моему, оригинальных эпизодов, к сожалению, это не касается из оригинала. А вот Seasons некоторые касаются. Потом покажу. Так, вот здесь тоже, по-моему, есть. Во, точно, точно, точно. Висящая на ветру хрень. Блин, почти долетел. Ай, опять почти долетел. Да что ж такое, я теперь не долетел. Слишком рано. Да ё-моё, ну как же так, а? Давай, 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 качайся сильнее. Напомню, всего на этом эпизоде их 7. Есть. Фух, 20 минут уже ушло, блин, на этот... на эту локацию, блин. Да не туда ты стреляешь. Так, давайте я увеличу экран, потому что я не вижу. Не туда, да что ж такое, а? Да блин, ну, ниже, ниже надо. О, отлично, 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 отлично. Да блин, сдохни последний, ну сдохни же ты, блин, ну... Ладно, ладно, еще раз. Вот эти вот камушки мешают сильно. 54 камни. Да что ж такое, а? Только на одну локацию 20 минут потратил. Ну и то из-за того, что я там в начале видео рассказывал про что это за версия и так далее. Ну, если кто-то не знает, там... Да ё-моё, ну я не хотел нажимать. Не, могучего орла не будем мы использовать. По-честному все будем проходить. Да е-мое, ну как же ты... Так, а... По два раза почему-то кликается иногда. О, о, не выскакивайте камни, не выскакивайте. О, отлично, отлично, отлично. Прошли этот уровень тоже. Извиняюсь сразу, если меня где-то слышно не будет. Я не могу все время говорить громко. Но буду стараться. Буду стараться. Блин, проклятое стеклышко, как оно меня задолбало. Ну, сдохни, красная птица, дохни. Ты мешаешь мне. Так, осталось два чака. Не знаю, столько не уверен, что смогу пробить. А, нет, смогу, 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 смогу. Смогу, смогу. Мы прошли этот участок, первую локацию. Первую локацию мы с вами прошли. Всего их тут 3. Мы переходим на вторую. Надеюсь, что пройду сегодня все уровни. Установить вот эту вот Chrome-версию в 2020 году. Вот как я сейчас играю, ее установить не так уж и легко. Ну и нельзя сказать, что сложно. Довольно-таки легко ее установить, если делать все так, как я покажу в видео, которое я чуть позже сделаю потом. Так, вот здесь вот в этом мече было яйцо в оригинале. Здесь яиц нету, поэтому и... Собственно, и
Этих тоже нету. Никакого сюрприза в мече нет. Эх, не долетело немного. Ну ничего, сейчас долетим. Отлично. Прошли этот уровень. Это второй, по-моему, был. Да, это второй. Такой вот загрузочный камень. Красивый, кстати. Вот здесь вот подсказка. Можно смотреть, как... За какого персонажа там играть. И так далее. Скорее всего, мы будем проходить эпизоды именно в том порядке, в каком они выходили по обновлению. То есть, скорее всего, после... О, еще один бонусный уровень. Ну-ка, давайте собьем его. Блин, не получилось. Ну ладно, сейчас еще раз попробуем. После вот этого эпизода, я думаю, мы будем проходить Seasons Gradients. Потому что он является вторым по выходам обновлений. В декабре вышло, в 2011 году. Появился эпизод Seasons Gradients, рождественский эпизод. А вместе с ним также вышел эпизод Mighty Hawks, второй эпизод из оригинала. Но мы будем именно Seasons Gradients, наверное, проходить, потому что... Потому что на фоне того обновления играла музыка из него, и вообще это обновление было посвящено именно этому эпизоду. Да и к тому же Новый год уже скоро будет. Через 3 недели, правда. Тем не менее. Так, это бомб. По-моему, он тут даже посильнее немного, хотя может не так кажется, я не знаю. Я не знаю, что означает вот эта вот кнопка с корзиной. Я нажимал ее, она что-то ничего не делала, мне кажется. Я думал, что это удалить прохождение, но... Нет, никакое прохождение она не удаляла. Я специально для этого первый уровень прошел, чтобы посмотреть. Это стирает прохождение или не стирает? Ну, не стирает. Не стирает. Так, прошли этот уровень. Так, вот этот уровень такой уж и легкий, на самом деле. Да блин! По 2 раза иногда срабатывает чудо. Обидно, конечно, что в андроиде и iOS удалили. Те самые оригинальные, всем известные Angry Birds, классические, Rio, Seasons, Star Wars, Star Wars 2, Space и так далее. А, можно было бомбой не запускать, оно и так все разрушилось. Эпоха этих легендарных игр, к сожалению, ушла. Но, я думаю, они навсегда останутся в наших сердцах. Другие Angry Birds, как по мне, они... Может, некоторые из них прикольные, очень крутые, как Angry Birds 2, например, которые до сих пор можно скачать из Google Play, но она не такая знакомая, не такая всем и легендарная, как вот этот оригинал. Ну, не Chrome, а оригинал именно. Но никто не мешает скачать пиратскую версию и ради ностальгии поиграть. Некоторые последние обновления, правда, как по мне, были отстойные. Например, в оригинале сделали так, чтобы эпизоды строго по порядку проходили. Блин, не так немного я хотел сделать. То есть предыдущий эпизод был закрыт. Следующий эпизод надо
пройти, только если только после предыдущего эпизода, блин, мне это мне не сильно нравится, честно говоря. Еще из тех легендарных игр Bad Pig еще осталось, где игрушка про свиней, там надо транспорт делать. Ее не удалили, потому что альтернативы никакой нет. В эпизодах от Seasons, вот в Angry Birds Chrome, дизайн свиней такой же, как вот этот вот, красивый. Причем, и это единственная игра, где такой дизайн у свиней в Seasons. К сожалению, а может и к счастью даже, в оригинальных Seasons там на андроидах, на ПК, дизайн свиней остался старый. Ну, может это для разнообразия сделали, чтобы в одной игре был такой дизайн, другой такой дизайн. Может это, в принципе, сделали правильно. Но лично мне такой дизайн нравится больше. Я думаю, всем вам нравится больше. Так, вот тут загрузки, конечно, дольше идут. Но, в принципе, меня это не пугает. Они не такие уж долгие. Нет, надо немножко прям в этот бассейн попасть. Бассейн из льда или стекол, не знаю. Не знаю, стекло, стекло это или лед. Так, теперь надо попасть этому свину. Эх, не получилось, ладно. А чё, можно тоже? А чё, можно, что ли? Нифига. А тут вообще ключ был один. Вместо крестика, разве нет? Ладно, давайте камни разрушим тогда, если так не получается. Не, мне кажется, так только хуже. Давайте лучше. Тем более, что тут физика немножко изменена. 32 минуты уже записываем. Как же добраться до этого свиня, а? Вот как, я не знаю. Хром-версия очень хорошая, но всякие там флешевские игры есть, которые фанаты сделали. Но это уже, конечно, полная фигня. То урезанная, то недоработанная фигня какая-либо. И к тому же и в них нельзя будет играть после 31 декабря этого года, потому что флеш закроется. Надеюсь, что вот в эту хотя бы можно будет играть. Очень надеюсь, что можно будет. Так, ну и бомбам их расхреначить всех остается. Да блин, скотина остался. Остался скотина, блин. Ну давайте разрушим, блин, я не хотел сейчас ускоряться. Да блин, ну... По два раза срабатывает иногда, это очень бесит. Вот был... Жаль, что бомб один всего. Ну,
хотя если было бы два, было бы вообще легко тогда пройти. О, отлично, 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 отлично. Фух. Вот тут за прохождение всех уровней на 3 звезды, по-моему, ничего не дается. Минутку. В оригинале золотые яйца за это тоже даются отдельно. А здесь ничего не дается, ну и ладно. Так, ну все. Какой это уровень? 13. Не так уж и много осталось. На этой локации. О! Тильда. Если подсказку вот этот нажать в оригинале и на матерью посмотреть, там можно было яйцо золотое добыть прямо из подсказки. Здесь нет такого. Отлично. Надеюсь, я нигде не пропустил значка хрома. Вроде бы нигде. Я вроде бы помню еще, где они есть. Эх, не получилось. Ну ладно. Не, не получится, я думаю. Давайте еще раз. Я хочу, чтобы оба свина сдохли сразу, потому что иначе мы не доберемся до этого. Во, вот так вот надо было. Отлично, осталось только этого загасить. С двух ударов придется разрушить всю эту конструкцию. И уже только потом убивать этого свина. Минут записываю, а я хочу пройти все. Да, ё-моё. А нет, в некоторых уровнях Seasons, по-моему, дается бонус на уровень за прохождение всех уровней на 3 звезды, но в уровнях из оригинала нет, по-моему. Ну дохни, ну ё-моё, ну... Да как же так, а? Ну неплохо, вот это вот более-менее еще. Так, ну и последний выстрел, надеюсь, он будет удачным. Да. Да. Конечно. А, вот этот уровень довольно сложный, кстати говоря. Тремя птицами довольно сложно убить их всех. Это чтобы каждое яйцо из этой птицы Матильды убило всех свиней. Не надо хрюкать, я вас еще убью сейчас всех. Окей. И последнее это бумс. Отлично. Не пришлось долго заморачиваться с этим уровнем. Я уже думал, придется. Oh,
Отлично, отлично. Ох, сколько там еще уровней-то осталось? Это у нас какой, 19-й? А, ну и все. Сейчас мы его загасим и... пошли. С этим уровнем тоже иногда подзаморочиваешься. Бывает. О, еще один бонусный уровень. Надо его как-то достать. Не знаю, правда, как. О, отлично, нифига. Взрывом получилось добыть его. Это хорошо. Это очень хорошо. Да блин, что ж такое, а? Надо как-то вот сюда попасть, мне кажется, яйцом. Блин, жалко, свинью эту не уничтожила. Блин. Фух, я уже думал, опять сейчас переигрывать придется. О, последний уровень этой локации. Кстати, еще есть SD или HD настройка внизу тут под экраном. SD это для более слабых компьютеров. Убирает цвет неба, вот это вот. И так далее. Да блин. Ну и сейчас мы взорвем. Все. Ну, у меня компьютер-то вот более лучший, чем рассчитывали авторы игры. Поэтому мы играем в HD режиме, спокойно. И последняя локация на сегодня. Она самая сложная, мне кажется, но мы ее, думаю, пройдем. Стреляем сюда. Так, осталось каким-то образом прикончить этих. И у нас получилось. У нас получилось. Мы это сделали. Да ё-моё, ну... Ах, камушком не получилось. Ладно, сейчас попробуем. О, получилось, получилось, отлично. Фух, я что-то задолбался играть уже немного. Надеюсь, все быстро пройдем. На каждую локацию у меня по 20 минут что-то уходит. Но это еще зависит от сложности на самом деле. Так, и надо каким-то образом добраться до того свинка, и я никак это сделать не смогу. Придется начинать заново. Да блин, жалко, она не долетела туда. Так, двумя птицами надо как-то попасть туда. Каким-то с таким способом нужно это сделать. И я что-то такого способа пока не знаю, какой может быть. У нас что-то не получается. Я
Не, давайте по-другому лучше сделаем. Не очень получилось сейчас. Да что же это такое, а? О, отлично, отлично, отлично. Теперь осталось вот этот только загасить. И мы, я думаю, сейчас это сделаем. Да, да. Получилось не совсем так, как я планировал, но тем не менее получилось. Человечек из дерева, блин. Если вы хотите продолжение, ставьте лайки. Ой, эти лайки. Хотя продолжение и так будет в любом случае. Эх, не получилось достать, ну ладно. На этой локации есть, по-моему, еще один логотип от Chrome. Я вроде бы помню где. Вроде бы помню. Если у меня память не изменяет, спустя 5 лет. Да нет, скорее 6 лет, потому что в 2015 году я первый раз и хотел тогда поиграть, она была уже закрыта. Так, и надо попасть по этим динамитам. Да, не очень удачно мы приземлились. Так, физика точно изменена немного. У нас не получилось. Ладно, еще раз попробуем, еще раз попробуем. Отлично, отлично. Красивый взрыв. 107 тысяч очков, сейчас будет 117 тысяч очков. О, этот уровень такой уж простой. Я помню в первой версии, в первых версиях оригинальные Angry Birds. Вот это вот свинья, вот это вот. Здесь тоже были камни, а не дерево. Уровень был сложнее, но решили облегчить его немного и вместо камней сделали дерево. Эх, не долетели немного, ну ладно. Так и осталось каким-то способом до этого долететь. О, еще один логотип. Я помню, на этой локации еще было в одном месте. Я и забыл, что здесь есть еще один. Я думал, на этой локации он один всего. Но оказывается два. А может и не два, может больше, но скорее всего два. И у нас остался один, скорее всего. Я вроде бы припоминаю где. Не туда улетел, ну ладно. Сейчас еще раз попробуем. Давай, динамит, пожалуйста, есть. Только это ничего нам не дало, к сожалению. Не очень удачно. Сейчас мы приземлились. Да ёшкин кот, а ну. Thank you.
50 минут уже записываем, это уровень какой, 7-й только, ну ё-моё. Серия длинная, походу, будет. Тут нигде нету значка, не, нету. Это на всякий случай проверилось. Так, ну мы в любом случае выиграем. А, я думал, бомбу придется еще запустить, ну ладно. Прошли так прошли. А, вот с этим уровнем повозиться, видать, придется. Да, до этих двух свиней сразу мы не доберемся. Одним ударом, в смысле, не доберемся. По-моему, у свиней тут звуки даже новенькие есть. Немножко. Так, надо каким-то образом до этого долететь. А, не получилось, ну блин. Да, ё-моё, ну как так-то, а? Что ж такое, а? Я уже думал, не получится. Блин, из-за вот этой горочки, дабы долететь не так уж и легко до туда. Это какой уровень? 11-й? Ах, не получится долететь до туда. Да блин, ну в стекло попал бы лучше. Твою ж налево, а ну... Не, ну я не попаду до туда, это точно не попаду. Могучего орла не используем. Все надо проходить по-честному.
сомневаюсь, что это того свина доберусь сейчас, но попробуем. Но, разумеется, не доберемся. Какой-то сложный уровень уже реально. Пошел. Наконец-то, я уже, честно говоря, задолбался с этим уровнем. Сложный. Сложный. Из-за этой горочки. Чё так усатый барон, как уселся, бля. По-моему, на следующем уровне, после вот этого вот, будет еще один логотип Хрома. Эх, остановился. А, впрочем, ладно, давайте лучше камушек запульнем туда. Блин, камушек остановился, ну... Да во, давай, падай прям в динамит. На, остановился. Ладно, не пройдем. С первого раза, конечно. Ну и последний, надо как-то прикончить этого. Ну я так и думал, что не получится, блин. Бесполезный вообще удар сейчас получился. Так, вот тут не промахнуться, не промахнуться. И я не промахнулся, отлично. Фух, у меня язык уже устал громко говорить, честно, если честно. Блин, час прошел. Во, вот здесь вот логотип находится этот. Надо как-то попасть туда немного необычным способом. Надо, чтобы эти сдохли сначала. Это последний логотип. Я, честно говоря, когда первый раз играл, не сразу заметил там его. Я просто сейчас помню, поэтому... Достал его. Да что ж такое, а? Вот этот уровень тоже сложный, на самом деле. Возможно, мы с ним подзаморочимся. Нет, нет, нет.
Да, час уже записываем, и естественно. Так, и надо каким-то способом до туда долететь. Получилось. Отлично. Какой-то этот 15-й, да. Так, думаю, что 15-й. Подзаморочиться с ним тоже придется, потому что бомб один всего. Было бы их хотя бы два. Мы прошли бы с легкостью. Но поскольку он всего один. Будет посложнее. Блин, да как-то один остается все время. Ну... Надо. Это уже покупать, походу, надо, но, скорее всего, купить его сейчас уже нельзя, потому что версия-то закрытая. И в оригинальных Angry Birds'ах тоже нельзя ничего уже покупать, потому что они же удалены из Play Market. Как же мне до этих двоих-то добраться, а? Понятно мне, что ли. Может, так попробовать? Могучего орла здесь нельзя использовать. Ну и ладно, обойдемся без него. Надеюсь. Ух, я уже, честно говоря, устал это все проходить. Но мы это должны пройти, я думаю, мы должны. Блин, было бы тут два бомба, мы бы это с легкостью прошли. О, неужели? Неужели получилось? Так. Надо теперь каким-то образом... к этим двоим подобраться. Мы сейчас это сделаем. Да что ж такое, а?
Какой это уровень, кстати, 16-й? Ну, осталось немного совсем. Надеюсь, мы быстро пройдем все это дело. Бумс. Теперь осталось этого убить. Блин, камушек помешал сильно мне. Осталось 4 уровня всего. Так, надо попасть в этот динамит, и тогда мы выиграем. Ну, конечно, не с первого раза. А как до этого добраться? Хо-хо, с первого раза получилось, нифига. А нет, не получилось, наверное. Так, осталось 2 уровня всего. Даже не буду смотреть, сколько я там звезд заработал. Мне на самом деле пофигу. Нет, я хочу, чтобы все свиньи сдохли. Они магнитились, как будто эти подпорки. О, последний уровень, наконец-то последний уровень, где есть король всех этих свинских скотин.
Фу, наконец-то мы все прошли. Да, и титры сразу, блин. Дальше у нас идет этот эпизод, но мы, наверное, перейдем вот к этому в следующем выпуске. Давайте Chrome Dimensions посмотрим. Да, я все открыл. Давайте посмотрим, что же это за уровни такие. Уровни с вот таким вот красивым небом. Локация такая вот интересная. И вот такие блоки. Да что ж такое, а? Ладно, давайте все эти уровни пройдем в другом выпуске, а когда все их соберем. Ну а на этом мы закончим эту серию, наверное. В следующей серии мы перейдем, наверное, сразу вот к этому эпизоду. Ну а что, всем спасибо за просмотр, с вас на Космос Пусос, с меня эпичный видос. Подписывайтесь на мой второй канал и на группу ВКонтакте. Всем пока!